Продолжается конференция в Алматы в Казахстане. И рядом с нами находится наш следующий собеседник Виталий Неменов, председатель правления «Другерей Союз». Виталий, расскажите, какие новые вехи развития есть в ритейле в ближайшее время? Ну, сегодня много на конференции уже говорилось про то, что идет очень активно процесс консолидации. С рынка уходят более слабые, менее компетентные игроки. На эти рынки приходят большие федеральные сети, а также свою долю рынка отвоевывают региональные сети, которые имеют на сегодняшний день уже достаточно высокие компетенции. Однако очень важно, и сегодня много об этом говорилось на конференции, что любая региональная сеть, она все же находится в своей зоне работы. И в первую очередь знания, которые необходимы для эффективной работы на розничном рынке, региональная сеть достаточно тяжело добыть в полном объеме, в том объеме, чтобы быть действительно высокоэффективным игроком. И в этом плане сегодня доклады сетей, которые уже работают в рамках альянса розничных сетей, продуктовых розничных сетей, показывают то, что вот это объединение, этот переток скрытых знаний, который становится явным от одной сети к другой через центральную штаб-квартиру Альянса в Москве и сети, франшизной сети «Большой выбор», это позволяет существенно увеличить эффективность региональных сетей. И я очень рад и с воодушевлением слушал выступающих спикеров, топ-менеджеров и акционеров этих компаний, потому что понимаю, что люди с уверенностью и смело смотрят в будущее, потому что за последний непростой для всего российского ритейла год их компании показывают хорошие результаты с точки зрения LFL-показателей, специализированных для розничной торговли, ну и так далее. Что для себя важного извлекли из первой половины конференции? Самое важное – это та открытость, которая сегодня здесь присутствует. Люди готовы рассказывать о своих процессах, своих операциях. Огромная благодарность Сергею Леонову, который пригласил сюда на этот съезд представителя меня, как представителя «Другерей Союза», для того, чтобы увидеть технологии, как объединяются люди. И основа этого объединения – это доверие между ними и вот такая максимальная открытость. За этим будущее. Виталий, последний вопрос. За счет чего, с помощью каких инструментов в будущем игроки розничной торговли могут повысить свою эффективность? Отличный вопрос, потому что некоторые розничные региональные игроки с таким поникшим носом уже и говорят, ну что же, все пропало, федеральные сети идут, что же нам делать? Точно есть выход. Выход есть в том, что нужно учиться. И очень активно, потому что покупка, улучшение коммерческих условий – это лишь очень малая толика того, за счет чего можно конкурировать. В первую очередь, это повышение эффективности операций, улучшение, повышение эффективности маркетинга в сетях, обучение своих людей. И именно вот это дает объединение. В данном случае на этой конференции мы слышим опыт сетей, которые входят во франчайзинговую сеть «Большой выбор». В случае с «Другерей-сетями России» это сети, которые входят в наш «Другерей Союз». Основа объединений – это основа, основа передачи знаний от одной сети к другой, как я уже об этом говорил. Спасибо за откровенные ответы. Еще раз напомню, что рядом с вами был Виталий Неменов, председатель правления «Другерей Союз». Спасибо.